смотрю сам свежим взглядом и показываю то, что будет экспонироваться в магазине VegArt. Это элементы моих скетчбуков, которые только что радостно распечатал. Это элементы концепта из Уфы, пейзажно-архитектурный элемент. А это как можно тренироваться? В оригинале это был круг от чашки кофе, который можно зарисовывать свои композиции. Это такое упражнение по быстрому скетчу. Это элементы концепта из Уфы. Смотрите, выглядит на две стороны. Интересно, очень графично. Вот это элемент из одной очень жаркой, но симпатичной стороны. Это предварительные концепты из... Не помню, где этот проект. Возможно, там, где Белая река. Вот это, опять же, про очень жаркую, но гордую страну. Это элементы тоже, не помню где. Это элементы из походного скетчбука из моей крайней поездки в Италию. Это как ночевал в Стамбуле. Да, как в Стамбуле меня узнали подписчики. Это сколько стоит сэндвич и кофе. И вывод. И это один из пяти планшетов. Выставка Влада. Заскакивайте в карту, смотрите по пяти кофе. Вместе с моими скетчбуками. Еще раз смотрю мои скетчбуки, которые экспонируются в магазине. Это немножко концепции вид сверху. Разрядовка, объясняющая элементы этого концепта. Это небольшой архитектурный пейзажный комплекс с малыми архитектурными формами. Со статуей ротонды из фонтана. Это концепты домика. Это еще домики и павильоны. Сверху и разрез небольшой. Еще концепты павильонов. Направление ки на этот архитектурный пейзажный комплекс. На некоторые его элементы. Тоже концепты домиков для того же самого проекта. Это след от чашки кофе. Переработка домика на основе существующего фундамента. А тут опять элементы моей поездки в Италию. Про кофейный автомат. По трудности существования в аэропорту Стамбула. На чем я обычно летаю, Пегасус. А тут текстовая разбредовка концепции, которая вот на этом планшете.